Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Сегодня 21 апреля, вторник Светлой Седмицы. И Церковь продолжает торжествовать и ликовать в эти святые пасхальные дни и продолжает, конечно же, молиться за богослужение и читать Священное Писание. И сегодня за богослужением Церковь предлагает нам услышать отрывок из книги «Деяний святых апостолов», глава 2, стихи с 14 по 21. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: „Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоэлем. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа моего на всякую плоть, и буду пророчествовать: сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу: кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, дорогие братья и сестры, продолжается Светлая Седмица, сегодня вторник Пасхальной Седмицы, и мы читаем, продолжаем чтение книги «Деяний святых апостолов». В предшествующей главе, в первой главе, во второй главе, то, что мы с вами как раз-таки не прочитали, те отрывки этих глав, там говорится о Дне Пятидесятницы, о излиянии Духа Святого, и для кого-то это было действительно невероятное чудо, а кто-то усомнился и даже насмехался над апостолами в день Пятидесятницы, когда Дух Святой излился на них, и они стали говорить иными языками. И это были мужи израильские, точнее, мужи иудейские, как говорит апостол Петр в своей речи. И они насмехались и буквально говорили о том, что этот дар бессмысленный, они как будто бы пьяны. На что апостол Петр встает и произносит свою знаменитую речь. Он говорит о том, что, обращаясь к мужам иудейским, говорит о том, что они не пьяны, потому что это еще раннее утро, так рано еще никто не пьет, это было 9 часов утра. И что интересно, забегая немножко вперед, скажу в целом о речи апостола Петра и вообще о речах. Книга «Деяний», она наполнена речами. Речами тех или иных апостолов, тех или иных людей. И эти речи носят программный характер. Это не просто, ну, было бы довольно-таки неразумно думать, что это буквальный репортаж с места событий, и мы как будто в прямом эфире слушаем эту речь. Действительно, в церкви существовало предание, и эти речи были записаны со слов даже самих апостолов, но это было некое повторение, и это было некое уже осмысление. Поэтому каждое слово, каждый текст, каждая речь очень важна в книге «Деяний», потому что она носит не случайный повествовательный характер, а прежде всего богословский. Также и здесь, в книге, точнее, в речи апостола Петра, мы можем ее четко разделить на 4 части. И первая часть, которую как раз-таки мы сегодня с вами прочитали, это стихи с 14 по 21, это речь о излиянии Святого Духа. Каждая часть речи апостола Петра, вот этой его проповеди, она начинается с обращения. И мы видим как раз-таки это в сегодняшнем тексте. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им». Кому им? Тем, кто насмехались над апостолами. «Мужи иудейские». Вот это обращение. И каждая часть будет начинаться своим непосредственным обращением к аудитории. Последнее обращение будет ко всему Израилю. Слушай, народ израильский. Итак, «мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня».
Третий час дня – это 9 часов утра по нашему исчислению. Но это есть предреченное пророком Иоэлем. То есть то, что они видят, на самом деле не естественное опьянение от вина или какого-то другого алкогольного напитка. Это действие Святого Духа, которое было предречено пророком Иоэлем. И он цитирует, ну, вернее, не он цитирует, а здесь, в данном случае, пишет деописатель Лука, автор данного текста, он пишет и воспроизводит речь пророка Иоэля. Но сразу забежим вперед и скажем, что он цитирует ее не дословно, не точно, адаптируя речь, речь пророка Иоэля для новозаветного текста. И нужно сказать, что раньше, это мы можем без труда увидеть в текстах Священного Писания, если будем читать на языке оригинала, если даже будем сравнивать тексты Септуагинты и будем сравнивать тексты греческие тексты Нового Завета, то мы увидим, что есть некое отличие. То есть авторы новозаветные, они довольно свободно подходят к тексту. Они в нашем смысле, в современном смысле, не такие педантичные, как мы. Это у нас сегодня нужно правильно цитировать и поставить ссылку. Внизу написать сноску, на что ты ссылаешься. А раньше такого не требовалось, и эта свобода духа, она присутствовала на заре рождения церкви. И вот он цитирует пророка Иоэля о том, что «и будут в последние дни». Что такое последние дни? Последние дни – это время Золотого века, когда придет Мессия и установит царство Израилю, народу Божьему, и последние дни завершатся судом. Это суть всех пророчеств. Все пророки говорят о Дне Господнем. День Господень – это суд, конечный суд. И вот последние дни – это время пришествия Мессии. И для нас, в принципе, мы живем в последние дни. Последние дни – это пространство от, скажем так, зарождения церкви, от Пятидесятницы и до Дня Страшного Суда, до Второго Пришествия. Поэтому мы с вами, строго если смотреть, живем тоже в последние дни. Однако не знаем ни дня, ни часа, поэтому должны бодрствовать. «Будут в последние дни, излиют духа от духа моего на всякую плоть». На всякую плоть. «И будут пророчествовать сыны ваши, дочери, юноши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень». Прежде. То есть будет излияние Духа, и мы будем это зримо видеть. Поэтому действительно в церкви присутствуют и старцы, присутствуют те люди, на которых эта благодать изливается. Быть может, сегодня в современном мире эти дары не так востребованы, не так нужны. Об этом говорил и апостол Павел, о том, что пророчества угаснут, чудеса исчезнут, но любовь никогда не приедет. Вот. Поэтому, быть может, сейчас не такое обилие этих даров, но самый главный дар любви, он в церкви есть всегда. Помните об этом и молитесь о том, чтобы этот дар пребывал на всех нас. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Здесь говорится о том, что мы спасаемся исповеданием веры. Имя Господне – это Господь Иисус Христос, это самый первый символ веры, самое первое исповедание, что данный Иисус есть Мессия, то есть Христос, и Он Господь. Господь – это имя-заменитель имени Божия. Один из многих были разные – Адонаи, Господь, Элохим, Бог, и там еще много Забаот, и так далее, и так далее, и так далее. Много имен-заменителей. И вот то, что Иисус Христос есть Господь – это исповедание веры. Тот, кто призовет имя Господне в последние времена, в последние дни, спасется. Будем призывать святое славное имя Господа Иисуса Христа в Троице поклоняемого и славимого. И всех еще раз поздравляю со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе!